участием компании СРДС, госпожи Ольги Краснянской, Эльдара Джафарова, это получило прописку и в нашей стране. И сейчас, дорогие друзья, мы станем с вами свидетелями этого чемпионата. Мы готовились долго, мы готовились 8 месяцев, потому что первый наш конгресс был 4 декабря, и мы счастливы, что сегодня действительно исторический день для ребят, потому что появится первый чемпион России, исторический день для всего танцевального союза, потому что действительно сегодня будет легализовано то, что СМУС занял свою четкую позицию в танцевальном направлении, как еще одна специальность. Сегодня строится история СМУСа в России. Сегодняшний турнир – это эталон. Ребята несут огромную ответственность. Я хочу им пожелать удачи и огромного успеха. И пусть они насладятся этим мигом, потому что именно первый чемпионат бывает только один раз в жизни. Этот 因为我有在这次的选手水平非常高，因为我有在英国，也在美国也看过这样的，也参与过这样的比赛，担任过评委。那这次的，我认为水平非常高。 Очень, конечно, приятно, что это направление стало развиваться в этой стране. Мне было, конечно, приятно приехать снова сюда, в Москву, и продолжить это направление, и поделиться своими идеями. Я уверена, что СМУС в Москве будет развиваться очень-очень сильно и быстро. I saw this time, first time, American SMUS. It was something absolute new for me. I'm very impressed, really. What I see is the couples dance with more joy. They enjoy the dancing more than normal ballroom dancing. They are more free in the program, what they dance. Every couple has his own ideas instead of normal ballroom. You see a normal ballroom, very often the same program. But in American SMUS, everybody dance just from heart, what he sees and what he feels. I love it. Я хочу поздравить Ольгу Краснянскую и Эльдара Джафарова с таким знаменательным событием, как первое в истории чемпионат России по американскому СМУЗу. Мне все очень понравилось. И уровень, и люди, которые с Америки судились сегодня, я спрашивал у некоторых этих людей, что они думают, их мнение, и они были очень приятно удивлены тому, что они увидели в полуфинале и в финале. Особенно касательно закрытой позиции и стандарта, для них это было показателем качества и уровня. Для нас СМУС это было как новый виток открытия. Для нас это важно было, чтобы больше понимать свое тело. И суммарно 10 дней вот мы готовились к этому чемпионату плотно с Эльдаром. Самое главное для нас сейчас это получить удовольствие от танца, так как мы пришли в данный вид, да, в данное направление, именно потому что нам это понравилось изначально, мы смотрели видео. Поэтому сейчас самое главное для нас это прочувствовать что-то новое, да, и получить удовольствие. Спасибо, это было на самом деле незабываемо, потому что это происходит впервые в России. Чемпионат России по американскому СМУСу. Мы счастливы быть первыми победителями чемпионата России. Мы также выиграли неделю назад Кубок России в Екатеринбурге. И считаем, что это действительно поистине историческое событие.
Мы очень счастливы. Эмоции зашкаливают, потому что мы первый раз в жизни, в своей карьере танцуем в Кремле. Вот, плюс American Smooth, мы не так давно им занимаемся. Очень рады, что сегодня удалось показать очень хороший танец. Мы сами довольны, сами рады, и очень-очень все здорово. Мы очень благодарны компании СРДС за то, что они поддерживают American Smooth в России. Спасибо большое. Мы хотели сказать в первую очередь большое спасибо Ольге Краснянской, Эльдару Джафарову за то, что создали такую великолепную компанию. И за эту возможность танцевать American Smooth, Russian Smooth в Кремле. Когда ты уже здесь, чувствуешь, как тебя принимает зритель, чувствуешь эту атмосферу, и ну, мы счастливы. Это действительно счастье, ради этого стоит танцевать. Нам очень было приятно, что здесь прошел чемпионат России впервые по American Smooth. Прежде всего, это инициатива компании СРДС, Ольга Краснянская, Эльдар Джафаров, которые очень много сделали для того, чтобы это состоялось. И мы в содружестве с этой компанией провели этот чемпионат. Сегодня прошел исторический, и по-другому не скажешь, первый. Поэтому, безусловно, часть истории, ее начало, чемпионат по American Smooth в России. Это был чемпионат России, поэтому все участники были, естественно, россиянами. Но самое главное, пожалуй, в том, что этот очень отличительный, очень интересный, в отличие от традиционных стандартов латинных программ, стиль пришел к нам. Пришел настолько ярко, что сегодня ему было выделено место в программе знаменитых турниров Станислава Поповых Российского танцевального союза здесь, в Кремле. И, безусловно, слова благодарности вдохновителю этого чемпионата, этой организации, которая объединила танцоров-профессионалов СМУС, огромному энтузиасту танцев Ольге Краснянской. Это была ее мечта. Поздравляю вас с началом новой жизни и успехов на долгие годы.